Ниндзя! Итак, господавры, у нас сегодня то, что вы очень любите. Blood Bowl и Forge World в одном флаконе. К нам приехал Варак Гульчувер, старплеер команды орков. Ну и первое, что нас ждет, это борьба с дебильнейшей упаковкой блистера, которую нельзя просто так взять и открыть. Для этого нужно использовать специальные инструменты и кучу злобных ругательств. Ненавижу эти блистеры. Вот. Так. Ну и в самом блистере у нас есть... О, инструкция. А кроме инструкции, под инструкцией... Ой. Мы все порвем. Все помнем, но эх, вот бутик такое нам предлагает. Вот так вот это все должно вытаскиваться. Ну ладно. Вот инструкция. Ну, в общем, в принципе, все понятно. Возьми орка, прилепи башку, прилепи руку, прилепи сквига, и все готово. Но прикиньте, тут внутри еще его бэк. Вот когда в коробках ГВ был какой-то бэк, а тут есть. В общем, можно будет почитать на досуге бэкца про Варага Гульчувера. Кстати, странно, что нету его статов в коробке, но есть бэк. Вот. Так, тут у нас что? У нас куски смолы. Ой-ой-ой-ой. Ну вот это уже какая-то жесть, вот смотрите его. Не, ну в принципе это облой, он должен вычиститься, но непонятно, вот здесь, ой, какой кошмар, ну блин. Вот сразу грусть, сначала мы мучаемся с блистером, потом мы мучаемся с облоем, возле тряпки, ноги. Ну такое. Вот здесь какое-то непролитие, видно, да? Да. Форджа. Эх, форджа. Ну ладно, тушка как тушка. Ну и как Спейс любит говорить, она действительно вся вот в этой смазке, которую нужно будет отмыть. Так. Ну ладно, тут помучаемся, что-нибудь придумаем. Так, второй кусочек у нас это рука. Рука. В принципе, даже без косяков тут было очень сложно накосячить, потому что даже если бы это вот загнулось, то было бы и незаметно, в принципе. Вот. Ну, вроде без косяков. Хотя... А, нет, это не пузырики, это нормально. И наплечничек здесь. Наплечничек. Так. Литничек с украшениями. Ну... Ладно, ничего особенного. Ну, какие-то штуки, это на спину, там, на руки, ноги. Да. И, так, сквиг, которого он держит в руке. Вот он, сквига-мяч. Причем, бедный сквиг, у него нет второй ноги. Вот тоска, да, ребят? Ампутировали ногу сквигу. И роды. И сквиг этому, кстати, не очень доволен. Причем, даже рот зашили, похоже, кошмар. И башка Варага. Вот злая такая башка. Ну, в принципе, ну да, ну, зачищать. Ну, так. При сборке у нас будет много удовольствия. Так, а собственно по размеру. Вот купили мы этого Варага. И что нам с ним делать? Так как, ну, старплееров мы выводим не часто. Ну, не часто, действительно, их можно погонять только в лиге. Причем за серьезные бабки их надо покупать. Мы возьмем и сравним его размеры с остальными, ну, с двумя бладбольными игроками. Так как по бэку он вообще блицер, мы берем блицера и смотрим. Ну, похоже, он все-таки покрупнее блицера, реально, вот он больше.
То есть он такой вбегает. И побольше блицера. Ну-ка, а другой. А вот зачерка, по идее, он должен сойти без проблем. То есть вот размеры черка, размеры варага. Ну да, в принципе, из него можно сделать как раз одного из недостающих черков в команду. Ну, да. Черк есть черк. Хотя он по бэку-то он не черк. Ну, такое. В общем. Ну, что можно сказать? Минька выглядит прикольно. Если бы не, конечно, наши любимые косяки FRG и ее цена. А так, ну, классный парень, красава вообще.